Вот трактор, бульдозер продолжает работы 27 июля. Вот Игнатий нас ему показывает, как еще гребсти, где. Это Игорь Глушкова дом стоит. Ну, здесь вот просто показан лужа. Вот тут братья пытались камнями все завалить, кирпичами. Но каждый год тут опять все проваливается, опять все забутят каждый год. Вот Игнатий наш решил вот эту глину всю спихнуть сюда на дорогу, которая здесь вот на бугре, и поднять дорогу здесь, проложить трубу. Потом дерево ветла, у него корни длинные. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
Вон Степа идет в Устинов, гонит коров своих. Чёрта. Вон они, коровки проходят. Бегом бегут. Брякает у него, стучит, техника старая. Николаевич идет на завтрак. Корни.
пачка шадры. И дырочки у него тут пасутся. Щиплют травку. Червячков ищет, камушки подбирают. То есть всеядная скотинка. Сколько лет он здесь возвышался, словно кедру ливанскому. Вот его решили свергнуть. Сейчас я немножко посмотрю. Большие пни, они одним зубом идет вот так вокруг лота, рвет корни, а потом поднимает и все.
дело-то лучше идет, он корни обрывает. Ну да. А потом его поднимет, он не послушает. Ну, пистолет, а я просто... Я тут писал вокруг него целый месяц пня. Смотрел, видел. Корни он обрывает сейчас, а дальше у него там и все-таки убрать, а то вдруг зацепит. А? Вдруг зацепит. Нет, я рядом стою. Торчит у него. Корень-то здоровенный какой-то.
это интересно. Нога такая. За мои деньги. Я эту игру без правил не заказываю. Вот сколько он взял, так вот стал еще на этот день. А уже ничего не взял. Пропал так. Он у него сейчас не бьется и все. Я его решил сводить. У корни-то внизу остаются. Даже дерево сломит, дальше такого нету. Сколько он время тратит, и все зря. Он уже старше. Я на 12 лет старше его. Покажите еще раз ему.
Вот такие у него корни, как змеи, переплетаются между собой. Ему посоветовал тут вот края убирать, вот эти вот все. А он одно что уперся в этот пень. Все.